Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». На водной дорожке паралимпийку Яну Костину сложно отличить от других физкультурников. Девушка уверенно плывет по дистанции, хотя у нее детский церебральный паралич. В 2009 году самарченко дебютировала на чемпионате России, где выиграла золотую медаль. В декабре 2015 уже мастер спорта, обладатель Кубка России. А начиналась спортивная история с мечты – просто научиться плавать. Тогда Яне Костиной было 20 лет. И она научилась плавать, начала недолго, довольно-таки быстро, но где-то так вот в 2 месяца все-таки ей было трудно плавать. Но она успешно училась. И настал период, когда ей стало интересно, а как же она плавает, если бы была бы спортсменкой по плаванию паралимпийской. Таких спортсменок, как Костина, еще 4 в России. На мировой водной дорожке Яне составляют конкуренцию только 2 представительницы из США. Судя по соревнованиям, как она проплыла, в принципе, хорошо, но может лучше, потому что на тренировку она плавала еще лучше. Если этого достаточно для того, чтобы гонять всех, я думаю, потенциал у нас вообще замечательный. Очередные старты самарской чемпионки намечены на следующую весну. Место в национальной сборной будет зависеть от результата на чемпионате России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.